Дорога к легенде поедем, дорога к легенде. Так, и мы выбираем тачку. Ага. Все, поехали, старт. Так, нам нужно успеть. Есть! Идеальный старт. Хорошо. Так, с ребятами каким-то, не знаю. А, это вообще из Испании, Италия. Ой, как так? Японский сальто я сделал? На меня просто-напросто я стукнулся. А, есть вторая попытка, ребята. Давай, поехали, вторая попыточка у меня есть. Надо будет аккуратно, аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой, да куда? Я не понял ничего, почему я разбиваюсь? Так, третья попытка, последняя. Так, плохо стартовали, не успели. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Может мне кнопки поменять местами? Да нет, ну как я кнопки-то поменяю местами? Это вперед, это назад. Ладненько. Надо будет мне просто в классическую поиграть немножечко. Чтобы уже нормально приловчиться к этой тачке. Опа-опа-опа, аккуратно. Так, один разбился, смотри, чувак тоже. Так же, как и я. Разбилась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе здесь подъемчик. А, и вот и финиш. Третьими приехали и разбились. Значит. Бывает, бывает. Так, дальше. А-а-а, какая жалость. Плюс 25. Ну, хотя бы монеты дали. А, я еще и назад отбрикиваюсь. О-о-о, ребятушки. Так дело не пойдет. А, у меня же здесь автобус есть. О, давайте поедем на автобусе. О, идеальный старт. Так, тоже какой-то чувак на автобусе едет. Не только я один. Ой-о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 й
Аккуратно, едем. Нас обогнали. О! Монетки. Соберем. Так, надо собирать монетки, потому что у меня денег вообще нет. Нужно очень много денежек. Так, чуваки, вы что здесь застряли? О, и я застрял, смотри. Я такой думаю, а что он застрял? Непонятно. Так, а вот и финиш. Вот и финиш. Вторая позиция, ну ничего страшного. Так, сколько? 90 монет заработали? Угу. Так, не успели, что ли? Сделать идеальный старт. Опа, есть. Аккуратно, аккуратно. Ой-о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 й. Так, чувак меня обгоняет, Смоук. Ах ты, Смоук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, разбились нафиг. Отлетела кабина, что ж такое-то. Ладно, давай еще раз. Во, поедем. У нас идеальный старт был, поэтому мы должны тут впервые всех быть. Опля. О-о-о-о. Так, аккуратно. Так, мы практически одновременно едем. Так, бензинчик я не взял, ё-моё. Это плохо. Давай, давай, машинка. Автобусик. Я в тебя верю. Так, опа, разбился, нет? Нет, не разбился, чувак. Да как так вообще? Второе место. Ой, 89 монет заработали. Ну, хорошо. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в соревнования. Так, соревнования, поехали на гоночки, нам нужно сначала проехать самому. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас мы должны аккуратненько проехать. Почему я на этом тракторе еду, я не понял. Он у меня не прокачанный, зачем, кто его выбрал вообще, алло? Кто выбрал этот вонючий трактор? Ладно. Попробуем проехать на этом вонючке, на этой вонючке, на этой тракторе, тракторочке. Так, давайте бензинчик мне. Едем аккуратно. Точно я куда-нибудь сейчас вляпаюсь. Опа, нифига, 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 опа. Тихо, 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 опа, тихо, тихо, нифига. В смысле не финишировал? Эх. Не получилось нам на этой вонючей
Давайте выйдем отсюда, Ванасик. И поиграем, получается, в кубки. Да? Поиграем в кубки и выберем вот эту машинку. Она мне нравится. Мы ее, может быть, даже покрасим. Так, сейчас возьмем. А мне же шляп тут куча добавилась. Давай возьмем мусорную шляпу. И возьмем костюмчик, например, вот такой. Да. А вот такой лучше костюмчик. В штанишки. Давай возьмем джинсики. Ну, или штаны такие серые. Ладно, пусть будут серые. Так, и машинку мы покрасим. Давай тогда в зеленый цвет. Готово. И поехали. Поехали. На такой вот машинке. Все, едем. Так, сейчас, подожди. Старт сделаем. О, идеальный старт у нас. И мы отрываемся. Оторвались уже от этих чуваков. Аккуратно едем. Так, монетки еще не забываем собирать. В принципе, хорошо. Ну, мы первые, кстати, едем. Но это, ребята, только начало. Потому что потом будет все сложнее и сложнее. Ну, а мы заработали первую позицию. И отправляемся дальше. А дальше мы едем в лесу. В лесу у нас, ну, так себе дорожка здесь. Всякие препятствия будут здесь лежать. Перед нами. Пока что едем первыми. Неплохо, хорошо. Тачка мне это нравится. Мне еще нравится автобус. Вот эти вот две тачки. Опачки, все. Два раза мы выиграли. Два раза. Ну, теперь надо уже, ребята, и выиграть и третий раз. А нет, только две гонки было, да? Так, отправляемся. И что мы там видим? Так, детали. А что у нас тут? Мы детали не поставили, да? Так, давай тяжелый лес возьмем. А тут что такое? А, мощность автомобиля 36 уровня. А я какого? 12 уровня? Ладно. 446 у меня там записано было. Хорошо, запомним. Поехали. Во, тяжелый вес, смотри у меня. Реально, машинка будет потяжелее. Это хорошо очень. Чтобы я ехал ровненько, нормальненько. Да, тяжелый вес, в принципе, помогает. О, так быстро, смотри. Первое место заняли. Финиш был очень рядышком. Давайте, пойдем дальше. Так, сейчас надо стартануть красиво. Есть. Красиво стартанули. Едем. Опа. Так, препятствия, перепрыгиваем. О, монетки вонючие. Подожди, хоть главное не упасть мне, не разбиться. Ладно, нормально все. Все хорошо. Эта вонючка заняла первое место, я только второе. Ладно. Так, третья попытка. А, мы вдвоем играем. Нифига себе. А, нет, вот много там. В смысле, там много чуваков. Вот я не знаю, зачем, вот нафига вот такие делать всякие штуки, на которые я не могу залезть. Вот, а смысл? У меня машинка, она вроде бы как тянет, а с другой стороны, она не тянет такой подъем. Ну и смысл было туда забираться. О, все, первое место. Надеюсь, мы два раза первое место занял. А, все, первое место мы и заняли, хорошо. А следующее у нас вознаграждение, я так вижу, будут деньги, 2000 монет. Все, так, поехали, поехали. Опять наша же команда. Опять на манеже все те же. Так, монетки эти пропускаем. Они, в принципе, нам только замануха. Не особо не нужны. Ну, эти соберу, ладно, так уж и быть. Ну, вот эти тоже можно собрать. Спасибо. А тут нам нужно аккуратненько спуститься. О, я все равно, смотрите, ребята, я еду первый. Так что можно было те монетки тоже собрать. Ну и никого нету, смотри. А, вон чувак едет. И разбился. Ладно, дальше играем. Играем дальше. Опа. Мы играем в пустыне. Так, там монетки эти не нужны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас кто-то обогнал, какой-то рейсер. С циферками.
Вонючка какая-то обогнала нас. Ладно. Сейчас попробуем его обогнать. Может и не получится, конечно. Но... Ой-ой-ой, нет, не получится. Не получится эту вонючку обогнать. А хотя... В принципе, да, получилось. Но это чисто везение, ребят, не знаю. Хорошо. Идем дальше. И у нас... Опять та же команда. Команда вонючек. Опля. Так, здесь нам нужно поспешить. Поспешить, иначе они нам не дадут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как нехорошо. Как нехорошо здесь получилось. Что ж ты будешь делать-то, а? Есть. Все денежки собрали. Так, едем, 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 едем. Так, этот у нас ушел. Так, теперь вот этот выходит. Первое место хочет занять. Не получится у тебя, вонючка. Потому что... Нет! Третья позиция только. У них получилось. Мы заняли только третью позицию. Ай. Ну, по общему, смотри, кубку мы выиграли. Это очень даже хорошо. Так, а почему я не доехал до денег? Надо еще... А, пустыня. Ладно. Поехали. Гонка в пустыне. Ну, сейчас в пустыне поедем. О, нет, не получилось красиво стартануть. И у нас, смотри, какие дрифтеры на этих самых, на автобусах. О, какой, смотри, быстрый чувак. Смотри, не перевернись. То еще перевернешься. Здесь надо аккуратненько ехать, чтобы башкой не стукнуться. Опа, опа, я знал, что так будет, ничего страшного. Даже если мы вторыми приедем, у нас будет возможность переиграть. Опа, так, все, да, мы, ребята, вторыми приехали, к сожалению. Ну да ладно. Сейчас еще раз попробуем. Здесь главное стартануть. А, что я неправильно стартанул? Плохо стартанул, что ли? Ну, елки-палки. Ну ладно, сейчас нормально будет. Сейчас будет, все хорошо. Опа, 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 опа. Интересно, она помогает вот эта штука, да, утяжелитель или нет? Надеюсь, помогает. О, кто первый? Кто занял первое место? Я занял первое место. Это уже лучше. И еще разочек мы сейчас попробуем прокатиться. Давай, давай, давай. А, идеальный старт у меня. А что этот за фрикенбок такой, а? Выбежал туда, гаденыш. Ах, какой гад, смотри. Хочет победить. Не получится. Ох, нифига, я врезался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а тот фрикенбок улетел, да, уже? Вперед. А, нет, он, смотри, разбился. Фрикенбок разбился. Да, дурачок. Нельзя так быстро ехать. Надо аккуратненько, медленно. Так, ну и мы заняли, естественно, первое место. О-о-о, я еще разбился нафиг. Так, ну что вы мне дадите? Кубок, кубок. Первое место, спасибо.